В поселке Преображение невиданное событие. Впервые за всю его историю здесь появился настоящий православный храм. Про ветхое строение, которое когда-то служило местом для молитв, можно забыть. Теперь в рыбацком поселке храм, аналогов которому нет во всем Приморском крае. Он целиком сделан из дерева. Примерно так православные святыни выглядели в 16 веке. Все это мы заказывали в Москве, так как до Урала подобные вещи у нас никто, к сожалению, не делает. Поэтому и колокола, иконостас, и вся внутренняя начинка, убранство, она была заказана в городе Москве. Возведение храма началось несколько лет назад, но из-за денежных проблем остановилось. Работа закипела вновь позапрошлом году, когда градообразующее предприятие поселка, Преображенская база тралового флота, полностью взяло на себя строительство храма. Место для будущего духовного центра выбирали с соблюдением всех православных традиций. Храмы всегда строились на видном месте, на самом высоком месте, чтобы его было видно, чтобы народ, взирая вверх, видел, к чему нужно стремиться. Торжественная церемония не обошлась без передачи символического ключа. Но это лишь дань традиции, уверяют православные священники. Для жителей поселка двери храма будут открыты всегда. А с сегодняшнего дня над всем Преображением будет разливаться колокольный звон электронного звонаря. Такого в Приморье тоже еще не было. Несмотря на то, что снаружи храм можно принять за средневековый, внутри него господствуют современные технологии. Например, вот эта звонница управляется дистанционно, с помощью небольшого пульта. Символично, что торжественная передача храма состоялась в праздник Преображения Господня. В честь этого дня поселок в Лазовском районе Приморья и получил свое название. Александр Шедловский, Павел Михайлов, «Панорама».